Центр зимних видов спорта в новогодние праздники не пустовал. 5 января там прошел Единый республиканский день здоровья. На лыжню вышли более 200 любителей спорта. Среди них и наша съемочная группа. В рамках Единого республиканского дня здоровья в Центре зимних видов спорта на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 состоялся лыжный забег. Все желающие могли принять участие в дружеском соревновании. На лыжи встали более 200 любителей зимнего вида спорта. Многие пришли с семьями, не остались в стороне сотрудники администрации главы Чувашской республики, министерств и ведомств, предприниматели и руководители организаций. Старт дружной гонки дал Михаил Игнатьев. На самом деле, Министерство спорта Российской Федерации провозгласило вообще с 1 по 8 января, это как раз праздничные выходные дни, недели или декады вообще здорового образа жизни. Я хочу благодарить то, что все вы присоединились к этому призыву, к этому посылу. И сегодня вообще мы по всей республике проводим единый день здоровья, здорового образа жизни, здорового питания и формирование сильной личности. Дай Бог всем вам здоровья, многое лето. Да здравствуют любители физической культуры и спорта! Марш! Счастливого! Лыжню специально готовили ко Дню здоровья. Организаторы заранее расчистили трассу, которую горожане преодолевали с легкостью. Мужчины должны были проехать 5 километров, а женщины 4. Несмотря ни на какие препятствия, до финиша доехали все. Ну, день здоровья – это понятие такое растяжимое. Здесь вот каждый может заниматься тем, что ему нравится. Кто-то хочет поплавать в бассейне, кто-то хочет просто выйти прогуляться, кто-то хочет на лыжах прокатиться. Поэтому сегодня в республике, значит, проходит единый день здоровья, а вообще-то целая декада здоровья. Во всех спортивных учреждениях проводятся вот такие мероприятия. В этом лыжном пробеге не может быть победителей и проигравших. Сюда пришли настоящие ценители здорового образа жизни. Ведь спорту не помеха ни снег, ни дождь. Тем более погода в этот день была как никогда подходящей для массового забега. Погода отличная, трасса хорошая, и настроение хорошее тоже. Некоторым любителям здорового образа жизни 5 километров оказалось мало. Лыжники, завершившие гонку, еще долго не покидали трассу. Лыжные трассы, катки в вашем распоряжении. И даже обычные пешие прогулки тоже пойдут на пользу. Светлана Лекимова, Николай Яковлев, Республика.